25 апреля стартует прием заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Заявить о своем участии в ежегодном конкурсе жители региона смогут до 24 июня. Затем, по традиции, в муниципалитетах области пройдет презентация проектов. Призовой фонд премии «Наше Подмосковье», как и в прошлые годы, составит 180 миллионов рублей. При этом количество победителей изменится. В 2017 году их будет 1818 человек. Напомним, премия «Наше Подмосковье» была учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей. Она присуждается за уже реализованные и реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие на территории Подмосковья.